Советую вам его посмотреть. У него очень высокий рейтинг, и я не найду среди людей, которые смотрят мои выступления, ни одного человека, кому он может не понравиться. Посмотрите, закручен интересно, какие слова говорят люди, как работает судебная система. Вот почему нет на Украине и во всех постсоветских странах коррумпированных, почему нет судов присяжных? Потому что ими управлять невозможно. Конечно, они допускают ошибки. Конечно, есть много чего придумать, чтобы их не было. Но это будут обязательно аргументы коррумпированных людей. Когда 12 человек оценивают справедливость, то, конечно, это не один человек. Это совсем другая ситуация. Я завидую тем, кто еще его не посмотрел.